місто Бердянськ, Запорізька область. Окупований з 28 лютого 2022 року. Населення понад 106 тисяч людей. Евакуйовано близько 40 тисяч людей. Це Юрій з міста Бердянськ, 30 років. У рідному місті працював інспектором патрульної поліції. На початку квітня разом із бабусею та собакою намагався виїхати до Запоріжжя. Проте спроба для чоловіка закінчилась полоном. На ворожому блокпості Юрія забрали загарбники. Ось його історія. До війни я також працював в поліції, але у нас сімейний бізнес в місті Бердянську був. Курортні. Ми приймали відпочиваючих. У мене було там немного у отця, і так і займали. Ну, на рибалку. Нормальна життя була, в общем. Обична життя, як живуть обичні нормальні люди. Ну, день був непонятний, була паніка у всіх. 24 числа, около 4:30, по-моєму, произошел взрыв, коли Російська Федерація напала на нашу страну. Нас собрали всіх в відділі по тривозі. Ми знаходились там. Очень долго там была паника, кипиш, все как могли вооружались, получали бронежилеты. Но военных уже не было в нашем городе. Военные по приказу ушли куда-то. Ну, наверное, Мариуполь, там, Киев, не знаю. Вот. И 24 числа мы находились в распоряжении нашего отдела до особого указания. Примерно около 5 вечера в группе в Телеграме скинули график несения службы на 25 февраля, где я указан, что я стою на посту со стороны Петровского спуска. Ну, я развернулся и пошел домой. Раз я стою, значит, еще 25 числа я пришел на работу в 8 утра, как обычно. Меня на пост этот не поставили, там кто-то не вышел, кто-то заболел, и меня посадили обратно в мой же экипаж, и я работал дальше по охране общественного порядка, отработку вызовов, так как я группа реагирования патрульной полиции города Бердянска, продолжили дальше нести службу. Примерно в 5 вечера позвонил замначальника моего сектора и попросил, чтобы я подъехал. Я подъехал, он дал мне, как бы попросил меня, чтобы мы убрали оружие с вида и переоделись в гражданскую форму одежды, потому что российские военные уже на подходе в наш город. Ну, мы, естественно, так и сделали. Ну, до 8 вечера донесли службу и пошли все по домам, потому что эта смена была наша в день. 26-го начальником Бердянского отдела полиции было сказано, что российские уже в городе военные, на работу нам лучше не выходить. И мы находились все дома. Примерно 26-го или 27-го российские военные уже заняли все места. Например, Бердянский отдел полиции, районную администрацию, городскую администрацию. И нас, как бы, зам главы города Бердянска, зам мэра, официально полицию распустил. Это было примерно 27 февраля. Плюс-минус, может, не помню, 27 или 28 февраля наши руководители, которые остались в Бердянске, как и мы, вместе с руководством города, организовали колл-центр в городе Бердянске, где мы продолжали нести службу. Но несли мы службу уже не как полиция, ну, как бы как полиция украинская, но мы не ходили ни в форме, мы были без оружия, без документов, нам выдали такие маленькие карточки с нашей фамилией, именем. И мы помогали просто людям, защищали город от мародеров, помогали беженцам. Ну, старались хоть бы как-то быть полезными. Так мы проработали примерно месяц. Примерно 4 апреля к нам в колл-центр пришли военные Российской Федерации и сказали, ваш колл-центр закрыт, и чтобы все пришли на разговор к ним. Они заняли бывший 6-й отдел в городе Бердянске по улице Лютеранская. Заняли бывший 6-й отдел. Ну, я не пошел, я сразу думаю, ты что, что они мне сделают по факту? Да? Ну, я же гражданский человек, я же полицейский, это же не военный. Примерно 6 апреля мне позвонил товарищ и говорит, надо тебе пойти сдать хотя бы оружие, потому что будут проблемы. 7 апреля я пришел в 6-й отдел, бывший.
Там было очень много наших сотрудников. Кто пришел сдавать оружие, кто пришел проситься на работу. Были такие товарищи, которые, если некоторые ребята, которые остались в Бердянске, им просто некуда, не было им куда ехать, там родители, жены, дети. Многие поуезжали, а некоторые остались. И они от безвыходности стали, согласились на сотрудничество с стороной военной Российской Федерации. А были такие, которые пришли, сами попросились. На данный момент они начальники, там кто-то начальник ГАИ, кто-то начальник МРЭО, кто-то начальник патрульно-постовой службы, ну и так далее. Меня сразу завели в это помещение, 6-й отдел. Вот. И комната справа. Зашел я в комнату, там находились еще люди какие-то. Там общались, я не знаю, что они делали. Записали, я сдал свое оружие, они записали мое оружие и предложили мне работать с ними. Но я сказал, мне нужно подумать. Я пойду покурю и подумаю. Мне, да, идите. Ну, я вышел и развернулся и ушел. Собираться уезжать сюда, в город Запорожье. Вот. 8 апреля примерно в 6 утра мы с бабушкой, с моей собакой поехали сюда. Проехав 7 постов Росгвардии, все было нормально. Люди разговаривали на «вы», культурно, спокойно. Они свободно разговаривали на русском языке. Не грубили. Там, «Здравствуйте, здравствуйте, откройте багажник, пожалуйста, достаньте вещи». Ну, то есть все культурно, на «вы». То есть... А был последний пост ДНР. Там, ну, они тоже вроде как старались вести себя культурно. Ну, не у всех это получалось. Когда я проехал 7 постов в Росгвардии, последний пост ДНР-овцы здесь стояли, у них на шевроне было три большие буквы ДНР. Я ж подъехал, открыл окно, приготовил документы. Он, даже несмотря на мои документы, тыкнул на меня рукой и сказал: полицейский. После этого мне в машину посадили двух военных. Военные, культурные, сели в машину, не грубили, ничего. Попросили вернуться меня на 2 поста назад, там у них какая-то база. Мы вернулись туда, ну, там уже начались приключения. Там вышел какой-то их старший, там в шлепках, мат-перемат в мою сторону, и понеслась. Потом сказали проехать в город Токмак, в бывший райотдел полиции. Посадили ко мне военного, военный достал патрон в патронник на своем автомате, втыкнул меня в бок автомат и сказал: дернешься, застрелю. Ну, ладно. Приехали мы туда, там они начали что-то между собой разговаривать, ругаться. И в мою сторону сразу пошли, ну, грубо, в общем, мат-перемат в мою сторону. Потом меня руки за спину чуть нагнули, накинули куртку на голову и завели меня в камеру. Это бывшие отрезвитель. Были военные, были гражданские люди, были депутаты. Отношение было ко всем, когда я зашел. Ну, то есть меня еще никто не трогал. Были люди, видно, и током их били, и так били. Ну и потом, когда узнали, что я полицейский, действительно, я поначалу отнекивался, что я не полицейский, потом сказал, что я уволен 1 февраля. Каждый вечер, в первый день, также вывели, просто побили, завели обратно. Били, они не наносили там удары по лицу. Они наносили удары в основном по спине, по рукам, по ногам, чтобы не было видимых телесных повреждений. Заставляли петь русский гимн. Ну, я молчал, я его не знаю. Эти, кто мои сокамерники, кто пел. Ну, я молчал, за что получал. Потом у них была новая у них, как бы, кричалка такая. Они заходят, кричат «Ахмат», а мы должны кричать в ответ «Сила». Ну, он заходит, Ахмат, все силы, я молчу, сижу. Меня спросили, что ты молчишь, я ему сказал, я из Ахмада знаю только чай.
Ну, то есть тоже было неприятно. Все мы видели в интернете, да, как они там привозят домой стиральные машинки, как они чайники не составили, а чайник забирают, да, и ставят его на газ. А я слышал, ну, мы же спали по очереди, получается, и ночью. Ну, 14 человек, кто на полу, двое на этой шконке, на другой еще двое. Ну, то есть как-то и некоторые из нас ходили по 2 часа, потому что, ну, менялись, по очереди спали. Я и не помню, я или не хотелось спать, я встал, парень стоял, ему говорю, ложись, отдыхай, он, да не, ну и ложись, он лег. И у нас было приоткрыто окошко, и мы в это окошко курили. Я слышал, как один из военных Российской Федерации звонит домой и говорит, мама, у них тут дороги, свет, они в кирпичных домах живут. То есть вот это, вот как они все мы знаем по телевизору, они рассказывают, у нас тут спецоперация, да, вот, ну, это, что осталось от Мариуполя? Ничего. Руины. Спецоперацию они, то есть, освободили, как они рассказывают, что они освободители. От чего они нас освободили? От нормальной жизни. Как я попал в Мелитополь? Примерно в 6-7 утра зашел к нам после уже ротации. Это, я находился в Токмаке 5 дней. Или 13-го, не помню, ну, 5, через 5 дней, на 6-й день, неважно. Зашли уже, там приехали уже русский спецназ, их поменяли. Зашли в масках, с глазами налитой кровью, вывели нас на улицу, вернули нам кое-какие вещи, не все, но вернули. Даже деньги вернули, то есть все. Там в Токмаке мне вернули все то, что у меня забрали. Ну, кроме ключей от машины, ну, у меня были вторые, хрен с ним, надо было только выбраться. Вот. И погрузили, завязали нам руки за спиной, завязали глаза, посадили нас в Урал и куда-то увезли. Ехали мы примерно 1,5-2 часа. Приехали мы, как вышли все с КамАЗа, нам все бежишь, а вас еще бьют то по спине, то под жопу бьют. Ну, в общем, вся Женевская конвенция придерживается как надо, как они рассказывают в своих новостях людям там, в России. Ну, на самом деле, они там зомбированы очень. Завели нас в какую-то аудиторию, там еще находились люди. Поставили нас на колени, лицом к стене, сразу всех побили по спине, били нас киянкой, чтобы мы все хорошо себя вели. Мне хотели ногу прострелить, ну, то ладно. Вот. И начали нас водить по очереди на допрос. Сначала к командиру. Когда командир уехал, нам заходили, нас сразу и током били. Вот на руках до сих пор шрамы остались. Ну, в общем, были у нас свои приключения. Одному человеку зубы спилили напильником. Я не знаю, за что, почему, объяснений не было. Был с нами парень, я так понимаю, он с Азова, его забили, скорее всего, потому что его били сначала при нас, потом вывели в коридор, в коридоре били, и он там затих. Скорее всего, забили. Командир нам пытался внушить, что мы уже находимся в России. Но 1,5-2 часа мы ни до одной границы не доедем. И когда я присмотрелся, то окна были завешены стендами. А на стенде, на некоторых там, как управлять самолетом, как там материальная часть самолета. То есть, ну, это логично, это Мелитополь. Потому что за 1,5-2 часа мы только можем доехать до Мелитополя, где есть аэродром, где этому учили. Когда меня спросили, я сказал, да, знаю, и ответил Мелитополь. Они очень сильно удивились. В Крыму уже мы были обезьянки на показ. Ну, мы были, как бы, там уже вот, действительно пытались придерживаться Женевской конвенции. Да, вот, мы тоже были удивлены, но не до конца. Там было больше морального унижения, чем физического, либо какого-то еще. Ну, допустим, на 120 человек, а еды принесли на 60. Сделились как могли. Там же все у них по расписанию, как и у военных, да, вот мы же как военнопленные, нас, вот вы проснулись в 6 утра, утренний туалет, да, можете зайти, только зашел, уже кричат, все, выходим строиться. Так же и вечером, так же и в обед делались. Девчонка была с нами, Карина имя, и фамилию не помню, ее постригли на лысо, то есть под машинку, под ноль. И так же всех. Я тоже был с бородой, и не только я, всех под ноль. Такое вот, это тоже моральное
как бы унижение было нас. А какие были условия, где вы уже в Крыму жили? Мы жили, это училище Нахимова. Мы курсантов видели в окна. Курсанты жили над нами. Вот. И там видно, что решетки, которые там, они свежесваренные. А ребята с острова Змеиный, которые были там со мной, точнее, или я с ними, они говорят, что когда их привезли сюда, этих решеток не было. Потом, говорит, ребята сказали, нас увели куда-то на третий этаж. Мы там просидели, слышали, что-то стукает, грюкает. Спустились вниз, и уже решетки. Потом там был телевизор. Нам разрешали смотреть каналы. Но смотря на какую смену ты попадешь. Если бы приходили ДНРовцы нас охранять, то они заставляли нас смотреть либо новости, либо канал «Звезда». А была другая смена, которая говорила, смотрите, что хотите, только не громко, потому что идут тут допросы, просто, ну, не громко, и все. И там вот по-ихнему, когда мы смотрели их суперклассные каналы «Звезда» и «Новости», вот, в первый день, когда мы приехали в Севастополь, мы были просто нацисты. И вы, и я, все. А следующий день мы стали неонацисты. На третий день мы ультранеонацисты. То есть каждый день у них что-то менялось. На четвертый день мы зомбо-ультранеонацисты. И вот они рассказывают по своему телевидению, как вот они, какие они молодцы. Там и допросы были, кормили нас более-менее нормально. Потому что к нам приходили и репортеры российские. А что они спрашивали? И Красный Крест. Ну, у кого? Всех спрашивали на самом деле по-разному. Вот, например, меня когда пригласили на интервью, у меня брал интервью канал «Россия-24», но они почему-то не выложили мое интервью. Ну, я видел по выражению лица, что репортерше не очень понравилось то, что я отвечаю. Ну, а у меня не было выбора, я ничего. Она думала, я там начну рассказывать, какая у нас страна плохая. Нормальная у нас страна, красивая, большая. Вот. Первый вопрос был. Она мне на телефоне на своем показала два каких-то военных, руки за спиной, перерезанное горло у них. Ну, и говорит, это наши военные, ихних пленных убили. Ну, я посмотрел, я видео это видел впервые в жизни, и вообще, как бы, ну, мы не звери. Я сказал, я думаю, это фейк, мне понравилось. Потом она начала задавать вопросы, как мы тут проживаем, ну, то есть, чем мы занимаемся. Ну, мы играли в настольные игры, там, шахматы, шашки, домино, нарды. Книжки читали, телевизор смотрели, если нормальная смена, смотрели фильмы всякие разные. Ну, если, конечно, хреновая смена, то приходилось играть в шахматы. Вот. Потом был второй вопрос, где я служу. Но я ответил, что я нигде не служу, я полицейский. И сразу же мне провокационный вопрос. Как я отношусь к тому, что в 2014 году Донецк, Луганск и Крым отсоединились от Украины? Ну, вы же сами понимаете, там сильно не разгонишься. И я ответил, что у нас написано в Конституции как? Демократия. Ну, это свобода выбора, свобода слова. Я не вправе их судить. Тоже не понравилось. После этого меня сказали, пошел назад. Где-то 25 апреля меня вызвали на допрос и предложили очень интересную схему. Я соглашаюсь на то, что я остаюсь на территории подконтрольной России. Меня возвращают сразу в Бердянск. Я продолжаю дальше работать как полицейский только в Бердянске. Ну, естественно, я отказался. И 28 апреля было два обмена. Один был обмен здесь, под Запорожьем, который уехал в 4 утра, и второй обмен, в который попал я. Нас забрали в 9 утра, посадили в зэчку, так сказать, довезли до Джанкоя, там пересадили в КамАЗ. В КамАЗе нас везли через Новую Каховку, через Херсон. В Новой Каховке нам докинули еще 3 человек. Заехали мы в Херсон. А нам тоже руки и глаза завязали, чтобы мы ничего не видели. Ну, завязали плохо, и мы все видели. Все видели, в общем. Но они уже к нам относились. То есть мы же должны приехать розовенькие на обмен, красивые. То есть все с нами должно быть хорошо. Я когда голову поднял, мы находились в кузове КамАЗа, увидел, град стоял наведенный. А два сопровождающих между собой шептались, что надо бегом их менять, потому что град наведен на точку обмена. То есть они боятся наших. Приехали мы на обмен, вылезли с КамАЗа, нам всем поснимали. У меня был капюшон, мне капюшон сняли. И сказали, вам туда. И пошли мы
На встречу у нас был парень с нами раненый, у него 6 осколков в ноге было. Мы его под руки и потянули. Вот. И шли нам навстречу орки, ну, если можно их так назвать, конечно. Ну, мы не называли их орками, мы их муравьями называли, потому что в Севастополе можно за одно такое слово получить по щам, либо остаться без сигарет. Ну, мы их называли муравьи. Вот. И когда мы пересекнулись с орками, которые шли к своим, мы им еще факи потыкали. Ну, что бы и нет, уже все равно было. Она забирала, нас меняли Херсонская область, посад Покровский, есть такое село, от села, кстати, от села не осталось ничего, одни руины, тоже освободили. Посадили нас в машины сразу, забирала нас полиция, корт забирал нас. Сразу же нас развязали, воды, еды, уехали мы бегом-бегом, потому что мы говорим, там град наведенный, мы они ж бегом уехали. Доехали мы тоже до какого-то села, от которого не осталось ничего, одни руины. А парень, который нас забирал, там был, он тоже с этого села. Он говорит, было классное село когда-то, большое. Ну, руины. Тоже, что и с Мариуполем освободили. Вот. Нас, ну, обыскали, что может кто-то из нас был диверсантом. Ну, к счастью, никто из нас не был диверсантом. Вот. Там и сигареты, и воды, и все-все-все сразу. И после этого нас привезли в Николаев. В Николаеве мы находились 2 дня. И потом в Новые Санжары на реабилитацию. И 13 мая я оказался здесь, в Запорожье. Скажите, а где сейчас ваша бабушка? К сожалению, в Бердянске. Вы как-то можете ее забрать? Пока нет. Но она знает, что вы тут, что с вами? Да, да. Я дозвонился ей, когда меня обменяли. Меня привезли в Николаев. Я сразу сказал, дайте позвонить. Нам сразу пацаны, которые там стояли, тоже военные, охраняли здание, куда нас привезли, сразу дали, ну, позвонить. Ну, на громкой связи, естественно. Я позвонил, бабушка в слезы. Ребята тоже и мамам звонили, тоже и сами в слезы, и мамы в слезы. Ну, в общем, тяжело это все морально пережить.